Всем привет, это будет Тимушка с мастерами, и у нас Алёхин. Ну, А4. Здорово. У меня фигура липнут просто. А5. Е6. Слон Д3. Слон Д3, я тут беру синий. Да ничего здесь не дает, то слон Д3. Ферзь G5. Ой, ферзь G4 выиграла. Кого она выигрывала? Конь F6. Двойное гарде. Почему так вообще называют гарде? Не знаю. Ферзь c2 тонко. Я лагаю, что ли? Нет. Аж 4 последний ход. Да. Ну, много думает. Ну все, наш пол не покатил. Наш 5. Скрываем игру. Да не, ну вообще. Ладно, потом я там скажу, но Е6 играть не надо. Надо играть. Надо играть ЕД там. Почему? Потому что Е6 приводит к плохой позиции. То есть ты считаешь, что сейчас наша позиция плохая? Он сказал неправильно, но даже здесь у нас ничего хорошего нет. Значит, Zongo Strong. Чего? Ну, какой-то чувак написал в чате Zongo Strong. Звонко, наверное. Меня местные американцы не могут выговорить мой ник, поэтому называют меня Звонко. Стронг значит то, что ты в порядке. Да, но это не так. Да, я с ним согласен. С кем с ним? Ну, с тем человеком, который поспорил с этим чуваком, который это написал. А кто это? Ну, например, ты. Ну и что? Ну, ничего хорошего у нас. Ну, бить на F5. Ой, на E5. Ладно, держимся пока. Не, ну как всегда есть контр-игра с пешкой на G6. Но и только, то есть больше ничего. D3. Да, вот, судья C5. Давай, это все сработает. Не, C5 проходит там явно. Что он пишет вообще? Они оба не умеют играть в шахматы. Серьезно? Я не вижу, у меня не показывается чат. У играющего не показывается чат. Печально. Ну, C5. Или конь Е5, а нет. И что, а что на ферзь Б7, я не пойму. Ладья был. А, там еще ничего. А, вон как. Тонко. Ну, самое главное ферзей поменять. А, ну да. Это же самое важное. Как я мог забыть? Вот, ферзи разменены. И все, отличная позиция, радость. Че по пешкам? Много против мало? Да. Кого-то много. Вроде поровну, что ли, пешка? Я не считал. 4-6. У нас зато далеко одна. Да, ну у нас одна сейчас потеряется. Печально. Почему ты не пошел слон D5? Ну, потому что E6 получил бы. А так мы поставили слона на F7. Не, ну хуже у бела. То есть ты всегда так говоришь? Не, ну здесь потому что это всегда так. И всегда соперник огребает. Так это проблема соперника, а не позиции. Ну, в данном случае не думаю, что соперник огребет. Потому что у нас реально очень плохо уже. Нужно как-то ладья b1, b5. Ну, еще и так можно пойти. Я почему-то думал, что так нельзя. Мы можем 3-0 сделать? Конечно, чего нет. Блин, ну все, это уже. Или нет еще? Король c2. Так, ладно. У меня просто фигуры липнут, у меня даже прямого нет, в этом проблема. Почему? Я не знаю, видимо, какие-то проблемы с соединением. Фигуры липнут. Просто конь f7, ладья f8 абсолютно безнадежно, но он еще... Он еще качество съесть, тоже вариант. Блин, ну это такую позицию даже обсуждать нелепо. Блицушки не выдали с мастерами. Ну потому что я сам, во-первых, мы отдал. Я отдал время с самого начала. А во-вторых. Ладно, сейчас может флаг как-то порублю.
У тебя же прямого нет. А, ладья попалась. Ну, у него личный конь по-прежнему. И? Ну и что? Ну ничего нет абсолютно. Надежно в хлам. Что-то флаг не рубится даже. Ну, потому что я не могу играть. Фигуры липнут вообще. Ну, ты сейчас видел мой экран, ты меня понял. А, я вижу твой экран. А. Так я поэтому флаг и падает. Блин, Кирилл, ты не мог сказать раньше? А, точно. Кстати, вероятно, это была причина. Давай с ним же еще одну. Это было причиной. Чё ты не сказал? Давай следующее. Я вызвал. Так, ну опять... О, сразу же, ничего себе. Надо отыграться. У нас так счёт равный. Славяночка. Зачем бить на c4, я до сих пор не понимаю. Лишняя пешка. Радость в жизни. Это теория? Да. Это тоже? Да. Но это уже такая, немножко боковая. Да. А я бы e4 пошел. Ты не он. Он, видимо, слабый шахматист. Нет, он сильный шахматист. Ты слабый шахматист. Ферзь c7. Да почему не ферзь c7? Ну что ты делаешь? Ты отдал две пешки. Нет. Ну, это все плохо. Я отдал вообще ни одной. Ну почему ты не пошел ферзь c7? Ну как можно в этой позиции не пойти ферзь c7? Как можно e5 в этой позиции не пойти, когда это ключевая идея всего варианта? Ну что это? Ну, это ужас. Я не могу играть в шахматы и комментировать партии в паре с таким словом шахматист. Зато посмотри, сколько времени у меня. О, да. И в прошлой партии было то же самое, если бы ты не это. Не смотрел мой экран. Ты не был тянуть мне в ухо. Ну, нужно вести коня, Никит, куда-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, поведи коня. Ну, не меняй его, а поведи куда-нибудь. Ну, не собирается менять, успокойся. Так, зачем ты пошел f6? Слава на f7 поставить, разве не очевидно? Это, по-моему, самое убогое, то, что я видел. У меня это была позиция в классику у Лугана. Вот такую, такая в точности? Да. О, ты отключился, чувак. Именно в точности, именно такая. Как ты быстро подсоединился. Я отключился. Ну, тут в чате что-то говорят, то, что ты в Швейцарии живешь. Интернет у тебя стрёмный. Да, мне что-то интернет просел. Ну ладно, не страшно. Зато у меня позиция лучше. Почему не слон d6? Ну объясни. Ну как ты вообще играешь в шахматы, а? Как ты вообще международным мастером получил? Я играю в шахматы очень сильно, разве не видно? Лучше бы ты камбэки записывал с этими людьми. С мастерами. Ну где интрига в партии? Подходи сделать следующий ход за черных. Зачем это? Ну ладья куда-нибудь встал на Е любая. Я на пешку напал. О, товарищ меняет ферзи. Ну нет. Вы убоги. Не смотрите это. Слушай, да он... Стоп, слон c3 же. c3 bc, ладья d1, слон d1. Там как-то попытаться выиграть. На b5. Ушел. b4, опять b3. Нет, там не выиграешь. Да не, надо пешку набрать все-таки, да? Конечно. Слоны такие. Интересно. Как бы мне... Нет, если сейчас слона развяжу, то выиграю. Как его развязать? Пойти b5. Пойти b5. Образовать проходную. Чумат там, когда пойду b5. Как ты мат получишь? Не знаю, ладно, пошел b5. Все-таки мы в паре пишем, да? e5, ну как-то так, например. 4. Что мешает пойти b4? Или ба, а нет, ба не надо. Или fe. Fe очень симпатично. Сейчас конь на c5 пойдет, у нас побьют ногами.
Зачем я вообще сюда пошел? Решил побить все-таки, да? Да не, ну я все сделал неправильно. Почему-то все в чате говорят ноу. No. Ноу. No. И плохо, что ли? Нет, что происходит? Ну побей. Не, ну может все еще лучше у черного, да? Почему люди говорят ноу? Объясни мне, почему они говорят нет? А, нет, не лучше, он успевает. Или не лучше все еще. Ты объяснишь, что происходит или нет? Я пытаюсь понять, что происходит сам. Ты флаг рубишь, как обычно, я знаю, что происходит. Пойди уже b6, наконец. b3, ну b3... А, это обязательно нужно было сделать шахом? Да. Зачем? Не знаю. Ну, ладья e7. Почему... А, ну ладно. Почему все пишут но? Может они все американцы и болеют за это. Ой, итальянцы и болеют за итальяшку? Все итальянцы на американцы. Да, да, да. Слон f6, ну все. Это же выиграно. Должно быть. Все, беги. Беги, Форест. Все, у тебя две пешки. Можешь не смотреть вообще, что происходит там на доске. Конь никуда не идет, самое главное. Бей его. Бей. Веди ее. Он сдался. Отлично. Всем спасибо за внимание.